Доброго дня, шановні. 7 травня. Накануне опять Бахмут. Харків ТРО. Извиняюсь, перейду на русский. Хотел бы уточнить некоторые моменты. Скажите, пожалуйста, вот мы в таких домах защищали до того момента, пока они не стали в такое состояние. Посмотрите сейчас. Это Бахмут. Вот даже сейчас идет бой. Вопрос. Чем отличается ТРО от ЗСУ? Почему у нас много экипажей, когда мы обращаемся к волонтерам о просьбе помочь нам дронами, реально не хватает. Реально не хватает. Реально не уходят. Волонтеры нам отвечают, вы ТРО или ЗСУ? Если ТРО, тогда, извините, но мы вам не можем помочь. Можем помочь только в том случае, ну так не все отвечают, но многие. Можем помочь только за полцены, только вы дадите бумажку о том, что мы вам выдали бесплатно. Это же ненормально, правильно? Это ненормально. Это передний, нулевой или минус первый, я даже не знаю, как сказать, край Бахмута. Вот, пожалуйста, смотрите. Город, железная дорога. И находимся мы здесь не один день, не два дня. А уже долгое-долгое время. Скажите, пожалуйста, неужели нет волонтеров, которые реально могли бы помочь дронами? Мы не просим матрасов, мы просим ночных дронов. 3Т, 3Е даже тут не нужен. Вот реально не нужен. 3Т, Enterprise, Mavic 3. Сегодня 7 мая. Дякую за увагу. Лучше нахуй стой! Стой!